мечтали в бой. Красивая жена, актриса и талантливый сын Игоря Лагутина. Игорь Лагутин – один из популярных актеров отечественного кинематографа, исполняет в основном властных, серьезных персонажей. Родители мечтали, чтобы сын построил карьеру юриста, однако Игоря с детства увлекало творчество, занимался самодеятельностью. Однако после армии родители все же настояли, чтобы молодой человек поступил в юридический. Но будущий актер специально провалил экзамены и отправился в Москву поступать в театральный. Сейчас он работает в театре имени Симонова. На его счету десятки успешных ролей в кино и театре. Зритель его уважает и любит. В 1999 году Ширвиндт предложил ему работать в Московском театре сатиры, в котором он является актером по сей день. В 2005 году Лагутин стал заслуженным артистом России. Актер женат на актрисе Оксане Лагутиной. Они вместе уже более 30 лет. У пары есть сын Арсений и дочь Даша. Арсений, к слову, тоже хочет пойти по стопам родителей. У него уже есть несколько работ. Пожелаем Игорю и его семье всех благ.